Эксперты прогнозируют рост зарплат в Махачкале. Самый высокий прирост реальной зарплаты среди крупных городов Северного Кавказа в 2021 году ожидается в столице нашего региона. Об этом говорится в исследовании, проведенном в финансовом университете при правительстве России. По данным источника, исследование проводилось летом 2020 года в форме телефонных опросов. Эксперты собрали информацию о потребительских настроениях населения, после чего составили динамику экономических показателей на будущий год. Всего в исследование вошло 75 городов России.